Ребятушки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Приспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек «Люций». Ребятушки, что скажу? Современный трек, современный, начало очень современное. Музыка очень красивая, современные обработки, ребятки. Электронная обработка есть, компьютерная. Это модное направление в музыке, ребятки. Голос интересный, красивый, ребятки. Голос тоже есть, автотюнинг немножко, ребятки. Тоже трек. Начало трека современное. Современное, стильное. Вот так скажу, ребятки. Молодец. Дальше слушаем, ребятки. Это просто начало. Это мое первое впечатление. Этот трек начало современное. Шикарный. Вот видите, вот начало я слушаю, да, потом уже когда к серединке, я еще ведь что-то слушаю, да? Шикарный трек, ребята, шикарный. Как он красиво поет, ребята. Вы слышали, как он интересно, какая интересная обработка его голоса. Интересная, классная, стильная, ребятки. Молодец, прям молодец, ребята, молодец. И голос у него очень красивый. Молодец, прям вот знаете... Профессионал. Вот настоящий профессиональный молодой человек. Ну, реально. Вот, например, бывает такая музыка, бывает эстрадная музыка, бывает такая, бывает такая. Вот это как называется стиль? Вот все-таки вот этот, вот этот. Что за стиль? Ведь тоже я более в такой ведь не знаю. Вот, блин, концерт. Концерт. Мне кажется, даже первое место занял. Вот именно по этому стилю, ребятки. Современный стиль. Электронная. Компьютерный. И голос. Автотюнинг. Красиво, ребятки. Молодец. Мне очень нравится, ребятки. Только не знаю, как это стиль называется. Но автотюнинга немного, голос тоже слышно. Ну, слышно. Но красиво, как он поет. Да, красиво. Да. У него, и знаешь, автотюнинг, вот у него трек идет, да, и вот он по-разному, вот эти автотюнинг. В каждом предложении раз вот такой автотюнинг, там вот поменьше, там вообще его нету, там вот такой, там просто голос меняет. Молодец. Старался. Старался, работал над треком. Это не просто взял, сел, написал. Нет, это такой большой труд, ребятки. Послушайте внимательно, ребят, слушайте вот вы, как это интересно смотрится, слышится. Шикарный трек.
шикарный. Умничка, молодец, интересно, современно, необычно, не как у всех. Вот, ну не как у всех. Изюминка своя, такое свое у него прям, да? Прям вот классно. Загадочный, таинственный. Мне очень, вот молодец какой, да? Вот реально умница прям, вот такой умница. И все продумано, вот все продумано. Вот до мелочей все. И голос меняет, и свой голос ставит, и такой голос, и такой, и музыка, и все подходит. Молодец, молодец, ты талантливый. Трек очень красивый, очень сильный, очень современный. Пиши дальше, у тебя талант. Ребятки, слушайте, я вам рекомендую. Молодец, умница. Вот я хочу только узнать, как называется вот это стиль. Вот мы с тобой не знаем путем. Ребятки, кто знает, скажите, пожалуйста, как этот стиль называется? А? Пока, друзья.